Всем привет! И с вами снова я, Полина. В сегодняшнем видео я хочу провести эксперимент. Мне на обзор прислали американскую продукцию BioLuster, предназначенную для глубокой реконструкции волоса. И вместе с вами я хочу впервые испробовать ее и рассказать вам свое мнение. И в упаковке всего 4 средства. Очищающий шампунь Release, восстановитель Revive, восстанавливающий шампунь Restore и кондиционер Renew. На основании этой косметики для волос можно делать 3 вида процедур. Самая простая из них – это пузырьковая маска, затем идет калифорнийское омоложение, и самая сложная процедура – это реконструкция волос. Один из этих ритуалов, а именно калифорнийское омоложение, я и хочу испробовать сегодня. Как сказано в брошюрке, основное предназначение BioLuster – это убирание ломкости по длине волоса и освобождение от спутанности. И первый шаг процедуры омоложения волоса самый важный – это очищение волоса. Мыть волосы надо шампунем Release. Мыть надо не кожу головы, как это обычно мы делаем, массируем кожу головы, а сами волосы по остаточному принципу. На этот раз цель – отмыть саму длину волоса, избавившись от всех силиконов, протеинов и масел, которые добавляют в несмываемые кондиционеры и в смываемые шампуни, кондиционеры и маски для волос. Волосы имеют пористую структуру и способны накапливать это средство. После очищения волос шампунем Release нужно сделать смесь из одной части восстанавливающего средства Revive и шампуня Restore. Один к одному. И нанести это средство, эту смесь на волосы, оставив ее на волосах на 20-25 минут. После чего смыть эту смесь и промыть волосы с помощью шампуня Restore. После чего отжать волосы полотенцем и нанести на них кондиционер Renew. Кондиционер можно наносить на кожу головы, в нем много ментола, что способствует микроциркуляции волосяных фолликул. Причесать волосы с помощью гребня, распределив тем самым кондиционер по всей длине волоса. Затем смыть кондиционер, и вуаля, процедура закончена. Можно высушивать и укладывать волосы, и давайте посмотрим результат. Ну вот и все, я провела этот эксперимент. После процедуры волосы чистые, ничем не загроможденные, нету ощущения тяжести от нанесенных средств. Очень приятные, мягкие, при этом слегка тяжелые, гладкие. И кончики, которые до этого из-за посекшихся концов скреплялись друг с другом, сейчас легко расчесываются с помощью щетки или расчески, никак не цепляясь друг за друга. Такой эффект достигается благодаря мельчайшим молекулам восстановителя, которые притягиваются разрушенными участками кератиновых цепочек волос. Словно игра в тетрис, эти молекулы заполняют разрушенные участки вашего волоса, тем самым делая структуру волоса более гладкой и крепкой. Немножко о каждом из 4 средств. Шампунь Release. Очень приятный шампунь, сильно пенится, и после него волосы скрипят. Я очень люблю этот эффект. После очищения волос шампунем Release на волосы нужно нанести смесь 1:1 из шампуня Restore и восстановителя Revive. Очень приятная смесь, маска, скользящая, увлажняющая, при этом достаточно плотная, не стекающая с волос. Шампунь Restore. После того, как ты смыла маску, нужно промыть волосы с помощью шампуня Restore. Очень приятный шампунь, приятный аромат, как и у всех остальных 3 ингредиентов этой процедуры. Ну и для меня король этой процедуры – кондиционер Renew. Мне безумно понравился ментоловый аромат этого кондиционера и эффект на коже голове, такое освежающее ощущение, которое остается с тобой и после того, как ты уже смыла кондиционер с волос. Мораль всей басни такова. Мне безумно понравилась эта процедура. Я получила огромное удовольствие от самой процедуры и от результата. Я без зазрения совести могу посоветовать вам эту косметику, эти средства по уходу за волосами и руки даю на отсечение, зуб даю, что вам тоже очень понравится. Ну вот и все. Я надеюсь, вам понравился этот ролик и вам пригодится информация, которую я постаралась передать вам в этом видео. Если да, то ставьте палец вверх, забирайте это видео в избранное, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. А я желаю вам всего самого наилучшего, крепкого здоровья вам и вашим волосам. Ухаживайте за ними и пусть ваше отражение всегда радует вас. До новых встреч! Пока!